Что ж, гайс, у меня есть игра, которую сделал Дани за полчаса. Ну, я покажу, конечно, как оно выглядит. 3, 2, 1. Я не знаю, почему так названо, но... В принципе, я покажу мои статистики, вот. Ну, как-то так. Жизни, веревка, комбо, вот. Все у меня, конечно, и осталось. Ну, я ссылку, конечно, оставлю в описании. Но если вы хотите спросить, а как выйти из игры, ну, нажмите на Ctrl Escape, и вы можете выйти из игры. Просто, ну, зажав в панели этого игры, которую вы играете сейчас, и вы можете его убрать, ну, закрыть окошко. И все, вы можете, и все, вы свободны. Вот. Я уже когда в него я скачал вчера этот игру, то я Короче, вот. Играл уже полчаса на вчерашний день. Вот. Так что вот. Как-то так. Воу. Так что да. Графика так классненькая. И сама игра тоже классная. Вот. Окей. Ну так, чуток поднялся, не ладно. Что ж, ну как-то так. Опа. Сами попробуйте это играть. Прикольная игрушка. Если что, гайсы, я скачал за 30 мегабайтов. Вот. 64 это самое битов. Так что вот. Я ссылку оставлю в описании под видео. И вы можете играть. А этот грейбокс я потом пофиксю, и я оставлю в описании под видео тоже. Ну, который геймплей. Вот. Ну, а так запись будет длиться 15 минут. Так что вот. Можете выйти, можете не надо, вот. Сами выбирайте выбор. Выйти или нет. Ну, я так думаю, что вы уйдете из этого видео, так как, конечно, немножко скучновато. Ну, я зато надеюсь, что буду заснять, что я буду это самое. Короче, ну. Сами понимаете, 5 миллионов очков набрать, вот, как вы видите, у меня 42 уровня и большие деньги, ну, богаче.
Блин, я хотел в магазин зайти, а я вот... Блин, ладно. Ничего страшного. Я, если что, под видео я под самое... Короче, напишу... Вот эти самые зеленые и монетные кубики. Вот. Я все это напишу под видео, вот, если получится. Ну, вот, как-то так. Ну, как-то так сказать. Игры с веревками, хочу сказать. Я почти его не дотронулся. Хотя, ну, пока я не знаю, но в принципе я просто вот. Ты гребаный батфенс! В жопу иди, блин.